случилось у вас, почему расстались? Ну, ребят, так в жизни случается. Вот сегодня, еще до поездки в Питер, я говорила о том, что, Саш, давай расстанемся, потому что меня много чего не устраивает. Вот. И сегодня утром я приехала и говорю: Саш, мы расстаемся, я собираю вещи и уезжаю. Вот. После этого он уехал. И я ему сказала, Саш... А, и он мне написал о том, что ему скинули видео, как я отдыхала в клубе. Вот. Ну, была я, мягко говоря, нетрезвая, я это признаю. Вот. И... Ну, разошлись наши пути, оказывается. Не герой моего романа. Надо Саше писать или в магазин поехать, что не заказала. Виолетта, привет, Оля. Какая модель авто? Ауди у меня. Правильно сделал, что кинул тебя. Ты же деревня. Да, деревня. Знаете, мне ничего стрёмного нет в том, что я родилась в деревне. А я сейчас в Москве. Ну, если Саша говорит, что у него все хорошо, значит, у него все хорошо. У меня это не так. Планы на будущее, ну, знаете, не знаю, я разучилась верить в любовь. В очередной раз я разочаровалась. Что бы Саша ни говорил, я его любила. Мы не сойдемся, ребят. Вот. Это было и так понятно. Знаете, может, кому-то понятно, кому-то нет, кто-то... Просто я тоже... Так, сейчас, ребятки, подождите. Ну, пропустите меня. Не надо тебе съехать. Пропустите, пропустите. Аляну любит. Не знаю, ребят, может быть. Но он говорит о том, что я ему была не верна, я была ему верна. Вот. Просто он тоже мне много чего плохого сделал. И знаете, когда это накопилось все, всегда в памяти. Я на проект не вернусь, и нет. Вот. Хорошая пара была. Нет, на проект я не вернусь, ребятки. Буду строить жизнь свою здесь. Буду заниматься карьерой, потому что вряд ли у меня получится построить любовь. Потому что я в нее больше не верю. Да, мы расстались, ребятки. Как думаешь, Саша сойдется с Ляной? Ну, вполне возможно.